Геннадий Головкин начал тренировочный лагерь перед возвращением на ринг. Соперником Геннадия по работе в зале Big Bear стал американский супертяжеловес Малик Скотт. В перерывах между тренировками боксеры решили посостязаться в крепости рукопожатия и борцовских навыках. При этом в первой дисциплине Головкин оказался явно крепче своего товарища. Вот как Малик Скотт прокомментировал свой первый опыт совместных тренировок с Геннадием Головкиным. «Еще один рабочий день. Мы с легендой Геннадием Головкиным впервые были представлены друг другу забавным предложением потягаться физической силе. Я всегда слышал о его природной силе, но, черт побери, всегда приятно познакомиться со скромными легендами, еще более приятно провести с ними время в веселом состязании. Трипл G вернется к этому завтра», – написал в инстаграме боксер. Отметим, что возвращение на ринг Трипл G запланировано на июнь, однако точная дата и соперник пока неизвестны. Майк Тайсон высказался о Мухаммеде Али. Майк заявил, что он с огромным уважением относится к Мухаммеду, а также отметил, что Али является действительно величайшим бойцом. Али никогда не отступает, даже когда Ларри Холмс избивал его в каждом раунде, то он впер вперед. Он стоял там и принимал удары, как настоящий мужчина. «Я испытываю огромное уважение к таким людям и сильно уважаю Али. Я бы хотел думать, что являюсь плохим и яростным ублюдком, которому на все наплевать, но Али затмил меня в этом, потому что я не могу понять, как человек может умереть ради бокса. Ты знаешь, я говорил все это дерьмо раньше, но он действительно это сделал. Мухаммед действительно величайший боец, а не я. Он умер ради этого дерьма, но я не готов был умереть ради этого. Али настоящий зверь, он абсолютно другой человек». Чемпион WBC в супертяжелом весе Дуонтей Уайлдер рассказал, почему отказался от 100-миллионного контракта со стриминговым сервисом DAZN. «У меня были длительные отношения с Showtime, и этих ребят я считаю своей семьей. Мы прошли с ними долгий путь. Они показали миру мой талант, а я помог сделать их сеть более популярной. А что касается боя с Домиником Бризилом, то я не считаю, что это действительно пеперюбой. Как по мне, на платной основе должны транслироваться особенные поединки, ради просмотра которых люди готовы отдать деньги за аренду квартиры. А это не тот случай». Топовый легковес UFC Кевин Ли следующий свой бой проведет в полусреднем весе против Рафаэля Дос Аньоса. Этот поединок состоится в США 18 мая. Во главе турнира UFC он ESPN+9. Неизвестно, вернется ли Кевин после этого боя в легкий вес, поскольку он испытывает проблемы с весогонкой. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса и ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках.